Нет, никто нихуя не понимает, какого хуя стояли тогда в их листах. Ну да какой 2 мая? Что было 2 мая? Что было 2 мая? Какое ты мнение оставил? Какое разбирательство? Здесь было разбирательство по 2 мая? Чтоб было, ну, здесь было конкретное разбирательство по 2 мая. Его, нахуй, надо, здесь, так а чего ты тогда сюда приехал, если здесь не было конкретного разбирательства по 2 мая? Все, он ушел. В смысле, каких движ? Ты говоришь, ты приехал за 2 мая. Причем здесь 2 мая к суду Орлова? Потому что тоже поднимается этот вопрос. А где? У Орлова на суде поднимают вопрос по 2 мая. Ты что, дурак, блядь, или как там? Ну ты подумай, что ты несешь, нахуй. Какой хинеек. Нормально 500 гривен зарабатывать, ты, блядь. По суду 2 мая уже было. Что значит не бейте? Что не бейте, эти пидорасы? Что значит не бейте? Убивайте нахуй, пидоров, сука, ебаный. Иди отсюда. А суду 2 мая уже было все. Давай рассказывай, кто привел, кто привел. Вы пидорасы, сука, кардинал. Оплаченные шапки. А что не бейте нахуй? Сука, не люди, твари, ебаные. Рассказывай, кто привел. Я их маму не буду, понял? Подожди, какая разница? Это не одни друзья. А каким друзьям ее на? Мы с детства. Ну так каким друзьям? Можете друзей назвать? Деньги вам платили за акцию? Не, не платили. Алло. Кто координатор? Да ладно, пиздуны, блядь. Первая пара. Координатор кто? За чьим газом приехали? У нас газа не было. А кто газ распылял? Не знаю. Скажите, а как так получилось, что вы шли на суд по 2 мая, а попали на суд по Александру Орлову? Это я лично свое мнение ставлю, ребят. То есть вы даже не знали, куда шли? Не иду на ваши митинги. Вы с ними стояли, общались. Теперь вы сейчас говорите по поводу того, что вы пришли сюда по поводу суда 2 мая. Хотя суд 2 мая уже был и в дальнейшем только будет. Сегодня здесь не рассматривалось дело по 2 мая. Сегодня здесь рассматривалось дело по Орлову. Тебя я знаю только одного человека, там. Я пришел к нему. Если ты говоришь, что ты знаешь одного человека, ты стоял со всей движухой, смеялся. Я же не общался с ними, Ну как это? У нас снова же, когда вы туда пришли, начали фиксировать это все камеры. Камеры прекрасно видели и снимали, когда вы со всеми здоровались. Ты хочешь сказать, что вы с ними со всеми не здоровались, вместе не стояли, не смеялись, вместе не общались? То есть ты хочешь сказать, что это люди, которых ты сегодня только узнал, с которыми ты только сегодня познакомился? Одного я знал. Одного знал, с остальными познакомился здесь. Я так понимаю, у второго точно такое же, да, мнение? Ну, твой друг, который с тобой стоит, точно такой же, да? К одному пришли все, с остальными всеми познакомились. Сколько вам денег заплатили? Вы приехали сюда с Ильичевки, вы стояли на жиркомбинате в Ильичевке. Вы вместе дружно все там стояли. Вас всех дружно спалили, когда вы стояли, отжимали это все. Да ладно, там есть точно так же. Вас люди опознали, которые сейчас здесь стоят возле суда. Нет, там я точно не стою. Да ладно. Сейчас туда подъедем. Пацаны, стой! Подойдите сюда машину, не летите, людей через 200. Скажите, почему задержали? Я не знаю, я только пришел. Thank you.